производстве мини-рамок напоминает нам, как конструктор у пчеловода, собирать маленькие рамочки, потом их объединять, делать большие корпусные рамки, наращивать вощину и уже потом давать пчелам для того, чтобы они натянули вощину и потом наложили в ячейки мед. Мини-рамки начинаем давать раям, так как у раев повышена активность восковых желез, и они очень красиво натягивают вощину. Если же дать обычной рабочей семье, то есть гарантия того, что вощину не натянут, и мы останемся без красивых мини-рамок меда в сотах. Красиво вытянули, вот последний раз делали-то, Михаилом-то. Оля, это не вытаскивается только. О, красиво как. А то там немножко испортили. Такие вот у нас красивые получаются мини-рамочки. Такие мини-рамки очень хорошо. Сейчас они, вот мы их достали, потом мы их разделим на магазинные рамочки, поставим в магазины. Пчелы таскают туда мед, и потом можно будет каждую. Вот такая вот. Вытянули. Это пчелосемья хорошо. И потом каждую отдельную рамочку будем складывать в кортекс пластиковый. Это идеальный вариант для подарка. Носить с собой в офис. Потому что можно ложечкой просто прямо из кортекса брать. Есть идеальный вариант. Но на будущий год планируем отказаться от пластика. Так как пластик пчелы вообще не любят.
Ну, еще и деревянные тут тоже. Деревянные пчелы лучше обрабатывают. Пчелы за натуральные продукты. Mm-hmm.